разную анкету городу, то в графе «год рождения» поставили бы 1221. А в графе «год рождения» указали, место рождения указали при слиянии Оки и Волги. Вот как раз сейчас через Волгу мы с вами и проезжаем. Оки, скоро скажем свое «здравствуй». В графе «основатель Нижнего» указали бы великий князь Юрий Всеволодович. Ну, а для того, чтобы проверить правильность составленного нами документа, давайте-ка откроем одну из самых старейших, дошедших до нас летописей, Лаврентьевскую, и там на одном из ее пожелтевших листов прочитаем следующее. В лето 1221 года великий князь Георгий, сын Всеволодов, в устье реки Оки основал град и наречимое имя Новгород Нижний. Так возник наш город. Первоначально это был форпост по охране восточных границ огромного Владимиро-Суздальского княжества, а затем с течением времени город свое военное назначение теряет и становится крупным торговым центром благодаря выгодному положению на Оке да Волге. Сюда приезжают купцы, которые любили говаривать, что лишний рубль карман не тянет. Друг перед другом они кичились роскошью, богатством, именитостью. На рубеже 19 и 20 столетий Нижний Новгород – крупный капиталистический центр. И так же, как для всякого подобного города, для него характерен контраст. Роскошь в руках немногих, босячество – удел большинства. Сегодня Нижний – один из крупнейших городов России. Нас, нижегородцев, около 1 300 000 человек. И по-русски привольно, широко, на двух берегах Оки и Волги раскинулся наш Нижний, на 55 километров. В такой большой протяженности с ним могут соперничать лишь один Волгоград да большие Сочи. Въехали мы в новый микрорайон, который называется Мещера. Этот микрорайон возводился совместно с немецкими архитекторами, поэтому здесь есть отдельные дома, в которых квартиры двухуровневые, улучшенные планировки с большой комфортностью. Правда, пока еще и зелени здесь маловато, вернее район-то молодой, но ничего, это дело поправимое. Ока, которая является как бы главной улицей Нижнего, делит его на две неравные части – на Заречье и на Нагорную часть. Мы с вами находимся в Заречье. Из 8 городских... Из 8 районов, имеющихся в Нижнем Новгороде, 5 находятся здесь, в Заречье, на этой ровной, гладкой, как сковорода, территории, где бьется индустриальное сердце Нижнего, где живет большая часть нас, нижегородцев. И где расположилось 5 районов, это Канавицкий, прошу его любить и жаловать, районы Сормовский, Московский, Автозаводский и Ленинский. Мы сейчас с вами проедем, направляясь в Нагорную часть с 3 районами, Центральным, Нижегородским, Приокским и Советским, по одному из Зареченских районов, по району Канавинскому. Интересно происхождение его названия. Есть много вариантов, объясняющих это, но наиболее интересное, конечно же, связано с легендой. Якобы в ту пору, когда все жители Нижнего Новгорода размещались на территории Верхнего Посада, это вблизи Кремля, наиболее богатые и состоятельные из них любили проводить свой досуг, охотясь на левом берегу Оки. Это здесь. И здесь же предприимчивая женщина, прозванная Кумой, построила кабак, который любили посещать приезжающие на отдых. И не успевали они переправиться с одного берега Оки на другой, как начинали кричать «Кума! Вина!». Постепенно два эти слова были слиты воедино, получилось «Кумавина», затем «Кунавина» и, наконец, налицо Канавинский район, центр нашей транспортной связи, один из старейших районов города. Ну, а та самая Кума, о которой речь, она не осталась забытой. Много лет спустя замечательный русский композитор Петр Ильич Чайковский написал оперу «Чародейка». И вот там, в качестве главной действующей героини, изображена наша землячка. А когда-то Канавино было слободой, равно как слободой было
Слободой был и сегодняшний его сосед, район Сормовский, что с правой стороны от нас расположился. Надо сказать, что центром сегодняшнего района, конечно же, его сердцем является завод «Красные Сормовы». А когда мы говорим об этом предприятии, очень часто можно повторять слово «первый». Там была задута первая доменная печь. Построен первый советский танк «Борец за свободу» товарищ Ленин. Первые суда на воздушной подушке, на подводных крыльях и многое-многое другое. Как мы вскользь в начале экскурсии упоминали, автором судов на подводных крыльях, на воздушной подушке, а также экранопланах является Ростислав Евгеньевич Алексеев. Он не родился в Нижнем, но мы считаем его своим земляком, потому что вся его сознательная жизнь прошла в нашем городе. И в тогдашнем Горьком он соорудил, придумал, сконструировал такие знаменитые сегодня суда. Но вот он студент Индустриального Горьковского института. Сегодня это технический университет, носящий его имя, самый крупный вуз в Нижнем Новгороде. Друзья в шутку его называют адмиралом. А он очень любит заниматься спортом. Да так, что по нескольким видам спорта, а точнее по 5 видам спорта, сейчас он становится мастером спорта. И сегодня такого не встретится. Но более всего сердце Алексеева прикипело к парусным регатам. И однажды на очередную он явился на паруснике, для которого парус изготовил из разноцветных лоскутков ткани. Все выкрасил в черный цвет и по таким пиратским парусам. Пиратским парусом жюри решило адмирала к соревнованиям не допускать. Так рассудили судьи. А Алексей взял по-своему. Стартовав последним, он на финиш пришел первым. И так первым быть всегда, везде и во всем, таков девиз этого замечательного человека, именем которого названа одна из площадей в Сормовском районе. И там же ему поставлен памятник. Вперед! 3 лет, с 1925 по 1928 года, и Сормовская, Слобода и Канавинская были городами. Но помните, я говорила обязательные условия для городов. Очевидно, эти условия выполнены не были, и поэтому из ранга города и Сормова, и Канавина разжаловали. И тогда-то, в 1928 году, их, эти оба района, присоединили к Нижнему Новгороду. Только тогда, в конце 20-х годов, Нижний Новгород перешагнул сюда, на этот левый берег Оки. Ну, и, наверное, с той поры среди нас, нижегородцев, бытует выражение. Поехать в город. Это значит из Заречья отправиться на горную часть. Вот и мы сейчас с вами едем в город. Выехали на Сормовское шоссе, само название которого говорит о его направленности в сторону Сормовского района. А в прежние времена об этой дороге, Сормовской большой, по всей России распевали печальную песню. Сормовская большая дорога, вся слезами залита, вся слезами залита, по ней гуляют рекрута. Все дело в том, что эта дорога вела в Балахну, где находилось местное военное начальство. И новобранцев, призванных служить в армии 25 лет, не год, как теперь, не два, как раньше, не три, как еще раньше, а 25. Конечно же, событие это отнюдь нерадостное. Потому-то эта дорога полита слезами, а может быть даже и кровью. Сормовского шоссе, сейчас свернув налево, мы выйдем на одну из самых протяженных магистралей у нас в городе – Московское шоссе. Само название тоже. Его говорит о его направленности в
сторону нашей столицы. А знаете ли вы о том, что когда-то эта дорога носила название Старой Кандальной Владимирки? И расстояние на ней мерилось не верстами, а этапами. Все дело в том, что с ранней весны до глубокой осени по этой дороге переправляли из Москвы в Нижний заключенных. Шли они привязанные по 8-10 человек в ряд металлическим прутом, и повсюду окрест раздавалась их печальная заунывная песня. Невольно в памяти создается такая картина. С этапа на этап по каторжной дороге белеет соль на суровье рубах, железо кандалов до крови стерло ноги, и песня замерла на высохших губах. А Владимирка тоже нашла отражение, только не в музыкальном отношении, а в живописи. Левитан нарисовал картину, которая так и называется «Владимирка». И если вам посчастливится быть в Третьяковской галерее, не проходите мимо ничем не приметной небольшой картины под названием «Владимирка». Ее автор Левитан. Не проходить почему? Да потому что теперь это наша с вами знакомая. Ну уж, коль мы заговорили о предприятиях зареченских, то как же не вспомнить наш автозавод? Самый крупный завод... Эстакада такая, мне не будет приезжать. Наверное, будет. Поэтому, наверное, нам надо в конце 20-х годов на страницах зарубежной прессы стали появляться заметки о том, что в Нижнем Новгороде собираются построить крупный автомобильный гигант. По этому поводу американский автопромышленник Форд заявил, если и построит, так не более, чем какой-либо заводишко. И не раньше, чем через 10, ну, в крайнем случае, через 7 лет. Однако не 7, тем более не 10 лет потребовалось нашим землякам для того, чтобы первый автомобиль сошел с конвейера нового предприятия. Правда, это была, что называется, шинель с чужого плеча, фордовская марка. Но пройдет немного времени, и уже отечественные автомобили станут входить из ворот нового предприятия. А сегодня трудно найти уголок нашей необъятной родины, где не встретились бы автомобили с маркой ГАЗ. Мы въехали на эстакаду, которая подведет нас к метромосту через Аку. И с его помощью мы доберемся до Нагорной части. Доедем до города. Внизу под нами останется Ака. Но где? Где мы с вами найдем город, подобный Нижнему Новгороду, чтобы в пределах городской черты было бы сразу две такие крупные реки, как Ака и Волга? Такие города еще искать надо. А наш Нижний Новгород, вот он, пожалуйста. Ну где? Где мы с вами найдем город, в котором одновременно уживались бы и центр, и окраина? Мы будем в Кремле, будем на центральной площади города, площади Минина и Пожарского. Это все центр и в то же время окраина, потому что на противоположном, на этот раз в Волжском берегу, находится наше Заволжье. То самое, из которого мы только что с вами прибыли. А теперь посмотрите панорамы. Вообще наш город знаменит тем, что здесь очень много смотровых площадок. В Москве только одна Воробьёвы горы. А у нас, где есть место для остановки, там и смотровая площадка. И мы сегодня услугами некоторых из них воспользуемся. Тот монастырь, что с левой стороны проглядывается, это монастырь Благовещенский. Мы еще будем мимо него проезжать. Единственное, что скажу, так это то, что этот монастырь ровесник городу. И вот в этом-то монастыре две голубые, чуть в отдалении, третья – это колокольня, а две голубые башенки – это как раз два купола над храмом. Помните, я говорил, что есть исключение, бывают двухкупольные храмы. Вот таким исключением является одна из церквей на территории Благовещенского монастыря. Вообще, через Аку у нас в пределах города до революции не было ни одного моста. Нижегородцы зимой пешком по льду, летом с помощью временного моста переправлялись с одного Обского берега на другой.
Долгое время отцы города судили и рядили о том, что не мешало бы в Нижнем построить постоянно действующий мост. Они это сделали на бумаге. И на бумаге поделили предстоявшие барыши. И лишь в 1933 году был построен первый мост через Оку в пределах тогда города Горького. Это мост Старый Окский. Потом ему в помощь построили второй, Молитовский. Но правильно говорят, что аппетит приходит во время еды. Этих двух мостов стало мало. Третий мост перешагнул. С его помощью вы приехали к нам в Нижний Новгород, миновали, и после этого моста произошла наша с вами встреча. Мы же проехали по мосту четвертому, по метромосту. А с левой стороны, смотрите, как уживается, и Григорианская церковь. Осталось чуть вдалеке, сзади нас, то, что мы видим, это церковь адвентистов, а рядом золотятся купола восстанавливаемого храма в честь Воскресения Господня. Вообще, надо сказать, что конфессии в Нижнем Новгороде у нас уживаются. Можно увидеть и представителей всех, как я уже говорила, конфессий. Потому-то, наверное, символично вот эти сразу три храма стоят рядом. Что вот этот съезд и сам мост появились на карте города сравнительно недавно. У нас метрополитен построен в Нижнем Новгороде где-то около 30 лет тому назад. И все его станции, общим числом 13, чертова дюжина, были на территории Заречья. И никак из этой цифры мы не могли выйти. И лишь в прошлом году, 4 ноября 2012 года, перешагнуло метро сюда, в Нагорную часть. А для того, чтобы это произошло, и был построен тот метромост, по которому мы только что проехали. Правда, 2 года тому назад для автотранспорта был открыт проезд, а вот метро еще молчало. А теперь обе ветки, и нижние с метро, и верхние с автотранспортом, приезжают сюда, в Нагорную часть. И мы то же самое сделали. И сейчас, выехав на одну из центральных площадей, площадь Вядова, находящуюся в стадии становления, пока она еще не благоустроена, еще ведутся работы, будут, конечно же, поставлены новые здания, будут выстроены подземные переходы для того, чтобы сделать более удобным подъезд к ней. Но это дело будущего. А когда-то на площади, к которой мы приближаемся, была окраина Нижнего. Был протянут шлагбаум, стояла будка городового, и власть городового за пределами шлагбаума заканчивалась. Этим любили пользоваться нижегородские мальчишки. Они забегали за шлагбаум, кидали в городового камнями, дразнили его, а он, в общем-то, с ними ничего не мог поделать. Окраина города. Сейчас в это трудно поверить, потому что здесь произошла встреча сразу нескольких трамвайных, троллейбусных, автобусных маршрутов. Надо сказать, что ежедневно на улице и площади Нижнего Новгорода выходят все виды городского транспорта, включая и наш нижегородский метрополитен.
окраинной улицы в ту пору. Была улица, которая носила название улица Полевая. Теперь это улица Белинского. Мы на нее выехали. С правой стороны наш Нижегородский телецентр, который позволяет нам смотреть телепрограммы почти по 20 каналам. Рядом с телецентром парк имени Пушкина, который был высажен в 1899 году к столетию со дня рождения поэта по инициативе Горького. Так, спустя много лет после рождения Александра Сергеевича соединились вместе две знаменитых фамилии – Горький и Пушкин. На этой улице произошла встреча как бы дня сегодняшнего и дня вчерашнего. Очень много зданий, построенных буквально за последние годы. И в то же время сохранились дома, которые пришли к нам с конца прошлого, начала нынешнего столетия. Они доживают свои последние дни. Скоро придут и к ним строители. И на месте этих домов тоже появятся новостройки. Сейчас нам сопутствует здесь полотно трамвая. Кольцевая двойка, она опоясывает всю центральную часть Нижнего. А вообще-то трамвай – это тоже наша достопримечательность. Первый трамвай на улицах Старого Нижнего появился в 1896 году. Тогда трамвай относился к железным дорогам. И на борту трамвая шла надпись «УГЖД», что должно было означать «Управление городской железной дорогой». А шутники-нижегородцы расшифровали эту надпись так: «Унеси, Господи, живым домой». Все дело в том, что очень часто трамваи сходили с рельсов, и самим пассажирам приходилось подворять их на место. В старой части Нижнего у нас существует так называемая радиально-кольцевая планировка улиц. За основу берутся площади, и от них уходят лучи улиц. И вот одним из таких лучей, который соединяет площадь Лядова, она у нас осталась за спиной, и площадь Синую, к ней мы направляемся, является улица Белинского, на которой в начале прошлого столетия стараниями Шаляпина и Алексея Максимовича Горького был построен Народный дом. Оба знаменитых Волжанина задались благим намерением сделать театр доступный для самых разных слоев населения. Им это удалось сделать. Однако театр просуществовал недолго. Был, так сказать, ликвидирован из-за нерентабельности. Но о бывшем здании Народного дома сегодня у нас размещается один из 8 городских театров, театр оперы и балета имени Пушкина. И вот скоро мы в здание этого театра будем проезжать. Правда, в последние годы у нас много разговоров о том ведется, что стало не очень удобным для этого театра академического старое здание. Предлагалось много вариантов. Очень долго предлагалось нижегородцам возведение оперного театра на территории Пушкинского парка, для чего надобно было спилить множество столетних деревьев. Конечно, общественность вся восстала против этого. Но пока планы отложены в сторону. Насчет возведения там оперного театра разговоры приутихли, но кто его знает, надолго ли. Как раз сейчас с правой стороны будет
будет наш оперный театр. По афише видно, что 18 сентября будет новая премьера оперы «Борис Годунов». Сейчас с левой стороны мы с вами увидим сначала пока купола, а потом чуть в стороне и весь храм, построенный в честь счастливого избавления от крушения царя Александра III. Храм всех святых, вот он с левой стороны. Вообще-то у нас в городе ведется большая работа по восстановлению старых церквей и по строительству новых в тех районах, в которых им и не суждено было прежде появиться. Например, в новом районе, в Автозаводском, в его соседе районе Ленинском. Приближаемся к площади Сенной. Ее название «Сенная» напоминает нам о том, что когда-то на этой площади торговали сеном, фуражом для скота. Пытались наши правители эту площадь переименовать, назвав ее площадь Нариманова. Но это новое название так не прижилось к этой площади. По старинке на трафаретах транспорта так и значилось «Площадь Сенная», а теперь рукой махнули, и уже официально площадь сохранила свое первоначальное имя. Зданий, которые нам напоминают о том, что здесь, например, вот в этом доме, что с левой стороны, останавливался Владимир Ильич Ленин, который 5 раз бывал в Нижнем Новгороде. Но теперь не принято много о Ленине разговор вести. Тем не менее, из истории слов не выбросить. Так остаются у нас мемориальные доски до сих пор. Но вот та, которая напоминает нам о Владимире Ивановиче далее, она трогает душу и красиво выглядит. И, конечно, гордимся мы тем, что Даль жил в нашем Нижнем Новгороде. Сейчас с улицы Печерской будем выезжать на улицу Семашко. А вот посмотрите, вот угловое здание и с левой стороны мемориальная доска с барельефом Владимира Ивановича Даля. Кстати, в Нижнем Новгороде он приступил к сбору материалов для своей книги «Пословицы и поговорки». Выехали на улицу Семашко, но вот по мне лучше бы эту улицу назвали литературной. Почему? Сейчас вы со мной согласитесь. Вот дом. Уберите все этажи, оставив один, только первый. Удельная контора, где работал и жил Даль. Его другом был наш земляк Мельников, которому посоветовал взять псевдоним Печерский Даль. Вот в этом доме, что с левой стороны, он, Мельников Печерский, и родился. Вы его знаете, если читали знаменитую его дилогию «В лесах на горах». А еще буквально в нескольких метрах находится дом, выполненный наполовину из камня, наполовину из дерева. Вот мы около него делаем остановку.
в этом доме в период с 1902 по 1904 года вместе со всей своей семьей, которая состояла из жены Екатерины Павловны Пешковой, из его двух детей Катюши и Максима, и жил Алексей Максимович Горький, снимая у домовладельца Киршбаума весь второй этаж, 10 комнат. В ту пору Горький был уже знаменитым на весь мир писателем. Его произведения были переведены на 50 языков мира. Поэтому, став состоятельным, он уже мог себе позволить снять такую квартиру. До той поры просто снимал отдельные небольшие комнаты. Отмечал 40-летний юбилей творческой деятельности писателя. И по просьбе его земляков нижегородцев, город, в котором родился Горький, решено было назвать его именем. Кстати говоря, сам писатель был этому страшно недоволен. Но еще давно кто-то сказал, что нижегородцы народ упрямый. Они здесь настояли на своем, доказав правильность этих слов. И тогда Горькому не оставалось ничего другого, как шутить. Вот приеду я в Нижний и буду сам себе писать письма в Горький Горькому. И на самом деле, незадолго до своей кончины, он побывал в родном городе, посетил ряд предприятий, Нижегородскую радиолабораторию, работой которой руководил Бонч Бруевич, и в книге для почетных гостей оставил следующую запись. «Не знаю в мире звания более прекрасного и возвышенного, чем звание ученого». Мы сейчас с вами выехали еще на одну улицу Луч, который на этот раз соединяет площадь Минина и Пожарского, центральную площадь города, с площадью Свободы. И вот у меня такой к вам вопрос. Как для вас лучше, Кремль сделать сейчас или в конце экскурсии? В конце, да? Ну, хорошо. Хорошо, тогда мы сюда еще раз в конце вернемся, пройдемся по Кремлю, и отсюда у вас начнется свободное время. Здесь мы экскурсию свою и закончим. С правой стороны от нас бывшая мужская гимназия. Сегодня университет педагогический имени Минина. И бывшая гимназия несколько лет старшим преподавателем работал Илья Николаевич Ульянов. При этой гимназии семья Ульяновых и квартировала. И надо сказать, что старшие их дети, Александр и Анна, родились в Нижнем Новгороде. Выезжаем на центральную площадь города. Площадь Минина и Пожарского. Она необычна по форме. Длинной лентой протянулась вдоль Кремлевской стены. И такая ее конфигурация связана с существовавшим прежде запретом, на основании которого нельзя было на расстоянии ближе определенного Кремлю строить сооружения, для того, чтобы под их прикрытием враг не мог близко подойти к Кремлю и его разрушить. С правой стороны от нас бывшее здание духовной семинарии, которую в свое время окончил наш земляк Николай Добролюбов. И поэтому вот эта часть площади прежде называлась Семинарской. Ну, а сегодня площадь Минина и Пожарского. Ее украшением является памятник Чкалову. Вот он, с правой стороны. Слева берет начало улица Минина, потому-то здесь поставлен обелиск Казьме Минину, с именем которого мы с вами, во-первых, сейчас встречаемся, площадь Минина и Пожарского, будем говорить на территории Кремля. И еще один памятник Минину, здесь установленный на площади этой, я вам сейчас покажу.
Ну, а пока справа центральная башня в верхнем фасаде Кремля, мы ее приезжаем, башня Дмитриевская. Памятник напротив. Вот Козьма Минин с левой стороны. Мы спускаемся вниз. Эта часть площади прежде называлась Благовещенской, потому что здесь находилась церковь Благовещения. После революции обе площади были объединены воедино. Объединенная площадь получила название Советской, а вот в 1943 году, для того, чтобы напомнить нижегородцам о великих, тогда грекорчанам, о великих деяниях их предков, площадь Советскую назвали сегодняшним именем площадь Минина и Пожарского. Сейчас выезжаем на так называемый Зеленский съезд. И наверху посмотрите на угловую башню, круглую, выполненную наполовину из белого камня, наполовину из красного, башни Коромыслова. Как говорит легенда, вот сейчас она лучше видна, не могли ее построить долго прочной и красивой, не успевали строители завершить дело до конца, как башня рушилась. И тогда вспомнили старые дедовские обычаи, согласно которому решено было принести в жертву любого, кто рано утром попадет на глаза строителю. И надо же было так случиться, что рано утром за водой на реку Почайну она текла с правой стороны от нас. Она и сейчас течет, только спрятана глубоко в трубы под землю. Пошла жена посадского воеводы, молодая Алена. Увидели ее строители, схватили. Несмотря на ее просьбы, слезы, увещевания остались непреклонными. Сохранили у подножия башни вместе с Коромыслом. Якобы с той поры башня перестала рушиться, а за ней сохранилось название «Башня Коромыслова». Приезжаем в старый купеческий уголок Нижнего. Здесь проходил конечный участок дороги, который вел из Москвы в Нижний. И первыми жителями этого района были ямщики. Как их далекого прошлого дошло до нас название их улиц. Малая Ямская, Третья Ямская. С правой стороны церковь жен Мироносец, в приходе которой были и Макарий, основатель Макарьевского монастыря, и Ефимий Суздальский, основатель Спас-Ефимипского монастыря в Москве. Извините, в Суздале. И вот потому-то им обоим здесь установлен памятник. Мы сейчас здесь останавливаемся для того, чтобы побывать на смотровой площадке. Я вам говорила, что их много у нас в городе.